Красноярцев ожидают жаркие выходные и не только в плане погоды. Несмотря на пандемию, в городе проходят мероприятия с ограниченным количеством посетителей. Куда можно отправиться, кроме дачи, расскажем в постоянной рубрике «Афиша». Шоу с персидскими леопардами, артистами цирка «Золотой дракон». Шапито устроит представление на открытом воздухе на площади у торгового центра в Северном. Красноярцы увидят собак-великанов, пируэты гимнастов, экстремальную демонстрацию воинского искусства, канатоходцев на проволоке и многое другое. В субботу пройдет два представления по 2,5 часа в 13:00 и 17:00. В воскресенье только в 17:00. А в Дрокино в субботу пройдет уличная вечеринка «Сансет». У красноярцев будет возможность полетать на воздушном шаре, потанцевать и, конечно же, поплескаться в бассейне. Гостей ожидают к 16:00. Ценителей аутентичных исполнителей ждут в субботу на центральной набережной. Там состоится ряд выступлений. Начнется все опен-майком в 18:00. С 7 до 8 вечера для красноярцев устроят что-то вроде квартирника сибирской Ланы Дель Рей «Вики-Вики». В 20:00 выступление Аргены Алтынбековой. Завершится концерт так же, как и начнется, опен-майком, который пройдет с 9 до 10 вечера. О маленьких красноярцах мы тоже не забыли. Экскурсия «Времена года», которая пройдет в Литературном музее имени Астафьева 24 июля, будет интересна ребятишкам 7 лет. Посетителей ознакомят с летающей фауной сибирской тайги и ее музыкальным разнообразием. Визуальная составляющая тоже обещает впечатлить разнокалиберностью. На экскурсии можно будет познакомиться не только с лесными жителями, но и увидеть полотна художника Валериана Сергина. Начнется экскурсия в 14:00.